Вы знаете, на самом деле не очень понимаю всех этих криков. Вот, YouTube заблокировали, ну замедлили, сейчас заблокируют и бла-бла-бла. Хорошо. Вот, пожалуйста, телевизор дочери. Обычный телевизор, китайский, 24 диагональ. Вот, заходим в YouTube. Какой мы с тобой мультик будем смотреть? Этот. Давай этот будем смотреть. Все прекрасно работает. Причем, чтобы вы понимали, где я нахожусь. Я нахожусь на даче, в лесу. Вон, видите, лес у нас начинается вот там вот за... У нас предпоследняя линия, как говорят эти туристы. Вот, и там за первой линией начинается лес. Ну, давайте через компьютер попробуем. Для начала попробую через Оперу, я всегда ей пользуюсь. Вот, запускаем, напоминаю, что я сижу в деревне через Wi-Fi. YouTube. На реальную журналистику заходим. Настало время перемен, кто был никем, тот... Настало время перемен, кто был никем, тот стать... Ну, хорошо, согласен, да? Опера то работает, то не работает. Давай через Яндекс браузер попробуем. Опять YouTube. Мы заходим. Тут вообще я не это самое. Не входил под своим аккаунтом. Просто захожу. Настало время перемен. Кто был никем, тот станет всем. Ребят, какие проблемы? Поверьте мне, и в телефоне он тоже показывает. Поэтому я не понимаю вот этих всех визгов, писков. Ой, YouTube заблокировали, YouTube не показывает. Ребят, пожалуйста, с Яндекс.Браузера легко заходит. С телевизора, ну да, телевизор китайский, он настроен под Яндекс.Браузер. Пожалуйста, легко, хорошо показывает в любом качестве. Вот, с телефона, поверьте мне, просто я сейчас на телефон снимаю и не могу показать вам. Тоже все работает. В чем проблема-то? Причем самое смешное, что ведь об этом визжат именно вот так называемые оппозиционные каналы. Громче всех. Вот зайдите в телегу на любой оппозиционный канал. YouTube заблокировали, завтра заблокируют Google, срочно подписывайтесь на меня. Ну, ё-моё. Ну, хватит этого бреда-то, а. Ну, хорошо, согласен, может, тебе не очень нравится Яндекс.Браузер. Так ты YouTube хочешь смотреть? Или тебе надо, чтобы он конкретно с Хрома или с Оперы показывал? Ты определись. Хорошего дня.